его прошлое. И если меня нет, мое прошлое не будет существовать дольше меня или кого-то еще. Оно не будет больше жить связи с настоящим. Это определенно не означает, что оно не будет существовать, но только то, что его бытие будет мне открытым. Я единственный, в ком мое прошлое существует в этом мире.